Всем привет! Пришел с работы, помылся. Карта памяти на телефоне совсем законопатила мне мозги. Поэтому я больше не буду пытаться записывать на телефон. В прошлый вторник фельдфебель, который работает на китайца, устроил нам ахтунг. Мы работали вместо спецтехники. Еще он от души хамил и матерился. Поэтому я плюнул и ушел. Но напарник уговорил меня вернуться. Вот сегодня отработали первый день после этого импровизированного отпуска. День прошел ничего. Очередной обрезок доски выбил очередное окно. Два раза обрезки доски попадали в лопату, которая стояла рядом со станком, за которым работает напарник. Еще один обрезок попал ему в руку. По дуге, поэтому ничего страшного. На обратном пути встретил киргиза, с которым работал в том году. Пообщались немного, обменялись мнениями относительно этого фельдфебеля. Киргиз зарядил два раза по морде этому фельдфебелю, после чего китаец его уволил. Киргиз адекватный, это фельдфебель, обуревший в край. Бойко вербует себе полицаев. На той неделе завербовал соседа моего родственника. Еще там трактористом работает бывший школьник, у которого я два года вел ИЗО. Ну и что вы думаете, он теперь тоже полицай, особо приближенная к диктатору? Ну, по поводу пилорамы на сегодня, пожалуй, все. Напоследок вопрос. Может, кто-нибудь знает, почему просмотры просели? Их и раньше было не густо, а сейчас вообще... на нуле. До новых встреч.